что, ребят, всем доброе утро. И сегодня меня просто Сэдди убил, наповал. Знаете, я, в принципе, привыкла, что Сэдди каждый день делает какие-то маленькие сюрпризы нам. Но сегодня это просто... Доброе утро, мамочка. Если вы едите, пожалуйста, перемотайте, не знаю, на пару минут. Сейчас только-только 8 утра. Лужа размером с собаку. И просто, не просто, я не знаю, как такое количество ты можешь выкакать. И опять это туалетная бумага. Вы понимаете? Он прыгает и ее раскручивает. Сейчас сижу, монтирую видео. И хотела сказать пару слов по поводу Сэдьки. Ну, в общем... Я не знаю, что случилось с Эдди, то есть периодически, да, он когда щенок был еще совсем, он там периодически мог пока, как бы там делать всякие пакости, но мы всегда старались его, то есть мы не закрывали на это глаза, и в то же время мы никогда там не кричали, не ругали на него, то есть совсем там, да, там не били, просто я не знаю, что с ним случилось. Либо это какой-то действительно часопереходный возраст, потому что с Эдди вот скоро будет 9 месяцев, и после дачи, как мы приехали, начались какие-то приколы его. Вот с туалетной бумагой, ну, сейчас уже, ну, во-первых, мы стали закрывать дверь постоянно, и бывали моменты, когда, ну, забудешь закрыть, я в панике потом прибегаю через какое-то время, смотрю, нет, туалетная бумага на месте, даже если собака там лежит. То есть, в принципе, вроде как с туалетной бумагой он понял. Дальше будет влог в следующем видео, где он разгрыз коробку с обувью и достал там обувь. Конечно, это была моя вина, то, что я, возможно... То есть изначально, помните, он доставал тапки из коробок. Ой, не из коробки, из шкафа. В итоге я поставила туда коробки, вот эти вот киевские. И он стал жевать коробки теперь. То есть туда, значит, нужно... поставить не бумажные коробки, а обычные какие-нибудь, знаете, вот тоже есть и киевские, такие тканевые, которые он точно может, ну, как бы не будет грызть, единственное, что они мне просто не влезают туда. Вот. Конечно, я стараюсь ему объяснять, там, как-то ругать, ну, если это действительно прям как бы застукало на месте преступления. Он вроде как все понимает, да, я не знаю, возможно, это действительно какой-то такой период у нас временный. И также вот то, что он сейчас с утра сделал вот эти вот дела, вот просто сейчас монтирую видео, просто сегодня уже какое у нас число, у нас 4 июля. Для меня это был действительно, ну, как бы сюрприз, потому что мы уже конкретно гуляем 3 раза в день, у нас нет с этим проблем, он научился терпеть, то есть мы даже с утра, если встаем, он даже у меня уже не будет, как бы он не скулит, то есть он знает уже, что я сейчас встану, ну, примерно в одно время встаем, там, 8:30, допустим, то есть он даже нам дает высыпаться, я иду быстренько умываюсь и иду с собакой или с собаками гулять, но вот то, что он это делал ночью, для меня это тоже как бы непонятно. Прихватило, может, ну, не знаю. Ну, в общем, для меня это непонятная ситуация. Буду, в общем, держать вас в курсе. Но, как мне кажется, это какой-то действительно переходный сейчас возраст. И я надеюсь, что все пройдет. Но я по максимуму буду стараться все-таки этот момент не упустить. И не думать, что я такая, типа... Все спускаю на тормоза, и, конечно, за кадром я стараюсь объяснить, как это нужно, да, объяснить собаке, что как так нельзя делать. Вот, поэтому... Но все равно я очень сильно его люблю. И Тафаньку, и Сэдичку. И он, конечно, такие глазки делает сладкие, но жопка все равно любимая. Так, ну что, у нас сейчас практически час дня, я уже позанималась английским. Я решила его постебать тапочки с Эдичкой. Мне иногда спрашивают, почему Тася такой неигривый, не перестал позировать. Ну, если честно, я не знаю, ребят. Ну, возможно, это просто с возрастом проходит, потому что тапочки скоро будет 4 года. И, насколько вы помните, первые 2 года он был вообще очень...
прошу прощения, телефонный звонок сбил. Да вот, а после двух он стал уже такой поспокойнее. Вообще, в принципе, у нас когда собаки были, они тоже вот после двух-трех лет, ну, как-то менялись, становились реально такие более пассивные. Поэтому и с Этиком, с возрастом тоже, естественно, перестанет быть такой манюней. Ну ладно, манюней никогда не перестанет быть, настолько активным. Ну, папочка у нас перестал особо играть в игрушки, наверное, после двух лет. Вот. С удовольствием играет на улице, там, пулер, мячик побегать. А дома перестал очень редко, когда что-то может взять, ну, практически вообще. И я не могу вспомнить, то ли это после появления Цетьки он перестал играть с игрушками, то ли еще до. Ну, как-то вот у него очень сильно ограничился список его любимых игрушек. Это только какая-то пищалка одна, в которую он играл, и мячик, все. Ну, не знаю. Я, в принципе, особо акцент на этом не делаю. Да, мой шляпки мальчик. Да кто такой шляпки? Да так, он, конечно, шляпки любимый. Да, Садька. Что ты снимаешь, Тася? Меня надо снимать. Я манюня все-таки. Вот как чувствуют, когда я снимаю тафочку? Надо всегда поперек встать. Сойди. Я вот так вот вас буду снимать. Маню свою все-таки. Ну что? Ну что? Что? Кто мне даст лапу? Мальчики, лапу. Молодец. Тафя, ты дашь лапу? Я за тафочку там. А мне вкусняху дадите. Тафя, ну давай тоже лапу и вкусняшку получишь. Давно вообще не доставала что-то у тебя, Тафи, вообще уже обленился. Дай лапу. Молодец. Можно более быстро? Давай другую. Да не ты. Тафи, другую. Сади, все. Чш, спокойно. Тафи. Тафи, ты просто так уж вкусняшку. Ну что сделала? Сычка за вас за всех тут работает, да? Ладно, давайте пойдем угостим наших мальчиков. Такс. Че бы вам такого дать вкусненькое? Так, сейчас мне надо закрыть. А то что там вот, вот это вот открыто. Ой, колбаски! Ничего себе, вот это да. Вдвоем очень сложно просто. Так, Сэдди, давай. Сэдди. Опа. Надо начать с тапочки. Эту тапочку что-то вообще распустить. Сидеть. Молодец. Немножко сыпали лапу. Другой. Другой. Молодец. Лежать. Кувырок. Видишь колбасу собачью? Ну давай. Кувырок. Нет, не лапу. Так. Сэдди. Сэдди, не царапай дверь. Ждать. Кувырок. Лежать. Вот, молодец. Нет. Как кувырок делается? Кувырок. Господи, спаси. Служить. Молодец. Лапа. Это лапа. Молодец, иди мою булочку. Лежать. Молодец. Браво. Лайк поставьте, тапочки. Два раза кувырок сделал. Так. Запускаю мелкого. Так, старший. Тафа. Тафа. Можно? Беги. Вон. Вот Тафи, давай. Мне сложно бежать. Господи, я у Сэдди сейчас просто это... Сердце выскочит. Так. Манюля, ну с тобой все проще. Сидеть. Лапу. Нет, одну. Лапу. Молодец. Другую. Не-не, сидеть.
Молодец, да. Я колбаску разделяю на много частей. Сложить. Молодец. Умничка. Так, лежать. На руку бурок сделать. Лежать. Угу. Молодец. Кувырок. Как кувырок делается? Вспоминаем. Кувырок. Молодец. Ты такой умничка. Надо тебе побольше. Да, за кувырок побольше. Лежать. Еще раз кувырок. Давай, тапочка два раза сделай. Ты должен сделать два раза. Кувырок. Молодец. Сейчас попробую сложную команду. Ну, не сложную, а он ее, наверное, уже подзабыл. На нет. На. Да. Ну жуй давай. Что за щеку спрятал? Нет. 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 Молодец. Нет. Нет. Молодец, умничка. Нет. 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 Молодец. Ты съел? Так быстро? Нет. Нет. Молодец. Да. Ну ты заходи сюда, бусинка. На. Заходи, мое сокровище. Мое сокровище. Ну все, подрессировала собак. Я молодец. Ставим пятерку. Тафочки и сетечки. Опа. Нет, не так интересно. Вдруг тут что-то тафочки дадут. Надо ж не прошляпить.